По субботам и воскресеньям в библиоцентре начнутся библиотечные курсы для дошкольников «Радость чтения». Основной принцип обучения – это в игровой форме дать ребятам знания о чтении. Также мы планируем преодолеть такие целый комплекс проблем, связанных с техникой чтения. Это такие как проблемы понимания прочитанного текста, увеличение словарного запаса ребенка, также многое остальное и многое другое. В программе предусмотрены очень интересные игровые задания, такие как пальчиковая гимнастика для улучшения артикуляционного аппарата. Будут также проводиться различные игры не только с детьми, а с родителями. Мы планируем провести родительское собрание обязательно же и пару занятий именно родителей. В этих занятиях мы можем помочь родителям, как привить интерес ребенка к чтению. Мы приглашаем всех желающих 16 марта в библиоцентр для записи на наши курсы и получения дополнительной информации.